Друзья, всем привет! Сегодня я решил заснять видео, как готовить камбалу. В комментариях мне писали, просили, мне спрашивали, мне что готовить камбалу. Вот, приобрел несколько штук, в этом пакетике две штучки. Сейчас будем ее жарить. Ну, расскажу вкратце, как это все происходит. Берем рыбу и ждем, пока она разморозится. Размораживается в естественной среде. Ну что, рыба разморозилась. Сейчас мы ее будем разделывать. Разделываем обычно на две части. Отпиливаем хвост, разрезаем ее пополам. Чтобы оно полностью внутри мяса тоже разморозилось. И отрезаем голову по жабрам. Вот в этой части у них, где нижние плавники, живот, делаем надрез, такой вот, все, и убираем все внутренности. Все это дело промываем, после того, как убираем внутренности. Чтобы желчный пузырь, никаких посторонних вкусов не было. Так. Что-то не хочет вылазить. Ну, это у нее жаберная кость тут еще. Так, все. Один есть. Теперь второго также разделываем. Товарищи. Точно так же отрезаем голову и разрезаем пополам. Так. Все, убираем чистенько. Все, внутренности все выкидываем. Это все убираем пока в сторону. И мелкой солью, чуть не сказал мукой, мелкой солью потихоньку посыпаем со всех сторон. Рыбу мы уже промыли. Внутри. Все. Солим по вкусу, так как я уже не первый раз все это делаю. Я знаю объемы. Вот, ну все как бы. Сейчас ждем еще минут 10, рыба полностью разойдется внутри. Вот. Затем уже начинаем готовить панировочную смесь. Теперь мы готовим панировочную смесь. Нам сейчас понадобится манка, нам сейчас понадобится мука. Обычная белая высшего сорта. Вот сюда мы добавляем 3 столовых ложки муки и 2 столовых ложки . Сейчас мы будем готовить панировочную смесь. Нам понадобится мука высший сорт и обычная манка. То
То есть берем блюдце, в частности здесь у меня тарелка, ложим 3 столовые ложки муки и 2 столовые ложки масла. То есть это вот все перемешиваем и добавляем сюда четвертинку чайной ложки соли. Все это перемешиваем. Вот. И здесь уже будем, это будет как кляр, и будем уже обваливать рыбу в этом. Далее включаем плиту, самую большую конфорку. Вот. Затем я беру вот такую у меня чугунная сковородка, такая специальная для жарки рыбы. Наливаем обычного подсолнечного масла. Вот. Все это дело у нас расходится. Ждем, пока накалится. Вот. И теперь мы приступаем к обвалке в нашем кляре рыбы. То есть берем, ложим. Вот так вот. Сверху ее посыпаем. Побольше. Макаем всяко-разно. Все. И укладываем ее отсюда. Так проделываем с каждой рыбиной. Внутрь ее. Так, второй кусок. Ну и сюда еще залезет третий. Какой-нибудь засунем. Вот такой вот, допустим. У нас за окном мороз, сегодня минус 32. Февраль уже кончается. Ждем уже открытия воды. Ледохода. Может, все-таки успеем выскочить на зимнюю рыбалку в этом году хоть разок. Посмотрим, видно будет. Вот, ложим третий кусок. Все. Так вот раскладываем. И накрываем ее крышкой. Все, и начинаем жарить на медленном огне. Жарим рыбу в течение 15-20 минут с обоих сторон вот до такой вот хрустящей корочки. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До встречи, друзья! Пока!